Одесская Мария Николаевна. Детский сад Аленушка. Восьмая группа. Автор Андрей Усачев. Стихотворение называется «Мы дети счастливой и мирной страны». Мы дети счастливой и мирной страны. Народ наш великий не хочет войны. Ни детям, ни взрослым война не нужна. Пусть нашей планеты исчезнет она. В мире огромным все дети друзья. Дети планеты, вот наша семья. Видим друг друга мы только в кино, но все равно светит нам солнце одно. Пусть будет мир на всей земле, пусть будет мир всегда, чтоб нам расти для славных дел, для счастья и труда.